Рюкзаки, необходимые канцелярские принадлежности. Подготовка к началу нового учебного года идет полным ходом. Особое внимание семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. У Оксаны Николаевны 5 дочерей, 3 школьного возраста. Собрать к 1 сентября каждую очень затратно. Благотворительная акция – настоящее спасение. Ну, конечно, рады. Не каждый день такое получают. Акция «Помоги пойти учиться» проходит ежегодно. Общественный совет УМВД совместно с сотрудниками полиции помогают семьям подготовить детей к началу нового учебного года. В рюкзаках все самое нужное. Девчонки с увлечением рассматривают каждый предмет. Сегодня мы вручили портфели и канцелярские принадлежности очаровательным девчонкам Маше, Даше и Варе из семьи в Больших Веземах. Мы очень надеемся, что этот учебный год у них пройдет под знаком отличия. У них очень много планов, они любят рисовать, о многом мечтают. Мечтают поехать на море. И я думаю, что у этих девчонок все получится, и обязательно все их мечты осуществятся. Девочки рассказали, что любят рисовать, поэтому краски, кисти, альбом как раз кстати. Первое, что они нарисуют, будет море. Сестры мечтают поехать на побережье всей своей дружной семьей, а пока ловят последние солнечные деньки уходящего лета. Полина Бахова, Виктория Максюта, телекомпания «Одинцова».